Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам, почему собака может убегать от хозяина на прогулке. Даже самые послушные собаки иногда ведут себя наперекор своему владельцу. Например, лающие могут убегать от хозяина на прогулке. Из-за такого поступка питомец может потеряться и не найти дорогу домой. Чтобы предотвратить такое поведение животного, надо разобраться в его причинах. Почему же собака может убегать от хозяина? Сейчас расскажем. Первая причина – собаке скучно. Старайтесь не просто гулять с питомцем, а придумывать для выгула интересную программу и новые маршруты. Важно, чтобы прогулка с лающим другом содержала в себе элементы игр и дрессировки. Если вы учтете эти моменты, ваша собака никогда не будет убегать с прогулки из-за того, что ей скучно. Следующая причина – собака ищет себе пару. Нестерилизованные животные не контролируют свои половые инстинкты, поэтому часто суки сбегают во время течки, а кобели, учуяв запах самки поблизости. Лучшим решением этой проблемы станет стерилизация или кастрация питомца. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Бывает, что собака убегает от хозяина из-за того, что она напугана. Такое часто происходит во время фейерверков или грозы. Громкие звуки на улице пугают питомца. Если в это время он оказался вместе с вами на прогулке, не удивляйтесь, что лающий друг захочет сбежать в какое-нибудь тихое место. Чтобы предотвратить побег, старайтесь не гулять с собакой, когда на улице неспокойно. Лучше переждать шум дома. Еще одна причина – собака охотится. Питомец мог увидеть птицу, белку или еще кого-то, кто пробудил в нем охотничий инстинкт. Как только это происходит, лающего друга уже не остановить. Вы можете звать его, бежать за ним, но если собака увлечена погоней, то ей не до хозяина. Теперь вы знаете, почему собака может убегать от владельца на прогулке. Если ваш любимец ведет себя подобным образом, устраните причины его побега, и тогда ваш лающий друг перестанет от вас убегать во время выгула. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!